Здорово, братишка, меня зовут Ася Поспик. И сегодня я заказала кучу вещей за 100 рублей. Там будет и косметика, и канцелярия, и украшения. В общем, все очень интересно. На самом деле, некоторые вещи стоят немножечко чуть-чуть дороже 100 рублей. Например, 130 рублей, тоже нормально, это почти 100. 100 у нас есть, это главное. Вы, наверное, немножечко удивлены, почему я так выгляжу в начале ролика. Где make-up, you know? Там есть косметика, и я подумала, может быть, протестить косметику. Поэтому я не накрасилась. Вовсе не потому, что мне было лень. Я уже снимала такое. Если хочешь еще одну часть, ставь лайк, подписывайся на канал. В общем, погнали. Первое, с чего я хочу начать, это вот такая штука. Это флюмастеры. Мне очень понравилось, что они такие, типа, пастельные цвета. 146 рублей за 4 флюмастера. Та-дам. Очень милая упаковочка. Я не знаю, что я нюхаю, но они реально кайфово выглядят. Ой, подождите, если мы открыли фломастеры, давайте откроем сразу вот эту вещь. Надо же нам где-то писать. 97 рублей тетрадочка. Вот такая симпапулечка, единорожки, мини-маус. 97 рублей за тетрадку, это не дешево так-то. В мое время такие тетрадки 50 рублей стоили, 30 рублей, не знаю. Ладно, давайте проверим, как пишут фломастеры. Нарисуем здесь сердечко. Блин, отлично пишут. Отлично, просто. Ладно, следующее, что я нашла. Патчики, 105 рублей. Собственно, патч. Должно быть что-то удивительное. Та-дам. Пахнет алоэ вера. А, это авокадо. Ну, пахнет алоэ вера. Они у меня долго лежали, ребята. Это, знаете, я расчехлила свою коллекцию за 100 рублей. Они переливаются, красивые такие патчи. Немножко подсохли. Ну, ладно, не мудрено. Они реально лежали, мне кажется, у меня год. Итак, раз патчик. Как он? The texture is moist and easy to... Это я притворяюсь, что знаю английский язык. А сколько держать? 10-20 минут, мне кажется. Потому что тут есть 10-20 и что-то на китайском. Алиса, поставь таймер на 15 минут. Хорошо. 15 минут. Спасибо, братишка. Нормально вроде? Не прям, конечно. Вау. Короче, непонятно, чем пахнут. Не самый приятный запах, но сами по себе неприятные. Вроде даже симпатичные. Такие зеленые, прозрачные, перламутровые. Пока у нас патчи на лице, давайте следующее. Носочки. Кто бы знал, что за 100 рублей носочки на Валбересе найти сложно. И то, 147 рублей за одни носки. Нам еще положили резинку. Спасибо за покупку. Резиночка. Ну и носочки. Носочки миленькие, смотрите. Здесь кисочка, и на странице товара много разных вот тут рисуночков. Все они бежево-коричневые, но с разными рисуночками, что здорово, я считаю. Носки хорошие, длинные. Длинные, красивые носки. Сейчас я надену, просто у меня суперкрутые носочки. Вот, пожалуйста, длинные, красивые носочки. Хороший носок. О, нормально. Следующий лот, это украшение, это кольца. Похожее колечко мне клали в подарок к какому-то товару. На Алике я уверен, что такие кольца стоят, ну, максимум рублей 30, но здесь я нашла эти кольца за 68 рублей. Та-дам. Колечки хорошенькие, обычные. Ну, знаете, такие прям тоненькие-тоненькие. Вот смотрится прям как на картинке. Но вот такое кольцо у меня реально уже есть. Вот смотрите, это видите, просто проволока. Вот тут даже вот разрез, ничем не обработанный. И смотрится красиво. Сотрутся, скорее всего, завтра уже. Будут уже не серебристые. А так-то нормально. О, это прям сейчас. Очечи. Вы думали, можно ли найти очечи в пределах, ну, где-то примерно за 100 рублей? Тут даже тряпочку положили. Мешочек. Очки. 170 рублей за очечи. You know, Y2K. Y2K, 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 Y2K. Кто еще не слушал песню, кстати, она вышла. Это мой трек, you know, он вышел. Вот так вообще, я таксист. И очки хорошо. За свои деньги они прям, ну, класс. Ну, советую, реально. Обычные пластмассовые очки, мне кажется, знаете, такие же похожие продаются где-нибудь в переходах или типа того. Хорошая цена, красивые очки, белые, голубой вот такой вот ставочкой. Тут еще месяцок у нас нарисован. Лайкосик, муа. Вот это интересно будет. Кисти. Да, кисточки, смотрите. У нас даже есть пакетик. Зип с замочком, you know, черьем. Ну, я сразу вижу, что это не самые удобные кисти на свете, потому что они очень-очень коротенькие. Ну, в принципе, на картинке так и было. Вот такие кисточки, девочки. Скажем так, отсюда все торчит. Все волосинки вот держатся на честном слове. Но в любом случае, если у вас нет кисточек, и у вас есть всего 116 рублей, можно их взять. 7 кисточек. О, вот эта штука для бровей, я все время их теряю. Нормально. Но мы их еще испробуем, потому что у меня тут есть еще косметика. Поэтому они у нас еще будут сегодня в деле. Я просто решила их пока открыть, посмотреть. Тут еще одна кисточка была. 8 кисточек, девочки. Треш. Интересный лот. Я нашла колготы. Колготочки. Мы обусловились, что если цифра 1 в начале есть, это 100 рублей. Стоят эти колодки 196 рублей. Да, почти 200, но 196. Все-таки это не 200, не 200.
классно. Видите, уже видно, что тут есть рисуночек. А рисуночек что? Hello Kitties. Так, ну я их, наверное, сейчас примерять не буду. В данный момент, слушайте, плотная такая сеточка, хорошенькая. Hello Kitty видно. Нет, хорошие колготки за 200 рублей. Сеточка, обычная сеточка, хорошая, цена 200 рублей. Хорошие колготки. Приятные, кстати, самое главное. Ладно, сейчас уже скоро будем снимать патчи, поэтому... Ой, одна из вещей для косметики — это косметический спонж силикон. Так, 81 рубль стоил этот спонж, и почему-то на картинке он белый. Нет, я понимаю, что он был у меня долго, но он никогда не был белый. Йик, йик, оп. Ну, обычный спонжик, да, немножко забыли его где-то подрезать, или это пленочка? Нет, это его забыли подрезать, он такой должен быть? Он очень мягкий, знаете, прям антистресс. Блин, ну надо попробовать. Ой, а если он грязный? А я уже по своему лицу потыкал. Пин! Алиса, сколько времени осталось? Осталось 4 секунды. Все, снимаю пачки при вас. Никак. Как будто под глазами стало более холодно. Че, я стала, ну, как бы более выспавшейся? Нет? Мне кажется, что да. Это нормальные патчи, реально норм. Берем тоналочку, чтобы испробовать нашу диковинку. Вот. Оп. Ё-моё. По идее, такой спонжик не должен впитывать тонал. Аккуратненько. Я не знаю, а как? Просто размазывать, наверное. Ну, есть вопросики. Ну, как будто даже норм. Нет, реально прикольная штука. Она вроде нормально разносит тоналку, не собирает в себя тоналку. Можно ее только похвалить. Ставлю лайк этому спонжу за 81 рубль. Реально, ребят, попробуйте, мне кажется. И недорого, и тоналку экономит. И протирать удобно, реально. Вот так раз-два, обтер, и все. И он чистенький. Кстати, пока ты смотришь это видео, не забудь подписаться на канал, поставить лайк. Также подписывайся на мой телеграм-канал, там много эксклюзивного контента. Ну и если хочешь поддержать канал, есть в описании Boosty. Там есть разные уровни подписки, за которые можно получить лайки, подписки, фотки. В общем, разные уровни подписки, поддержки канала. Никаких фоток 16+, 18+, тоже. Просто поддержка канала и доступ в закрытый телеграм-канал, где я тоже буду делиться всякой личной информацией. Так, для бровей у меня ничего нет, поэтому мне сейчас нужно нарисовать бровки, консилер. Так, теперь на моем лице появились брови. Ну и, конечно же, я не могла обойтись без палеточки. Палетка теней 146 рублей. Ой-ой-ой. Ну, выглядит как-то, ну, хайпово. Хайп! Даже слюду дали. 146 рублей. Нам дали коробку. Она пришла в идеальном состоянии. Просто посмотрите. Ребят, если там еще и тени будут. Может, это просто подставка под тени? Ай-яй-яй. Что это? Тут слюда? Пахнет не очень, но посмотрите, просто ярчайшая палетка за 146 рублей. Вы удивитесь, но даже пластик, но он реально, он плотный. Да, теней тут немного, но как бы это нормально, тут столько цветов. Я в шоке. Они, наверное, ну, полупрозрачные. И цвет есть. Что вообще? Он как бы присутствует, этот цвет. Но мне очень нравится, что упаковка прям красивая. Что тут все прям продумано про упаковку. Если бы мне показали такую палетку, я бы подумала, что она точно стоит не 150 рублей. Потому что у нас и за 500 рублей не пигментированные палетки, так что что нам делать? Возьмем желтенький. Ну, на кисточке хайпово выглядит, на кисточке прям ярко. А знаете что? Мне даже нравится. Это не прям яркие тени, но, знаете, и ей можно сделать макияж в стиле корейского, потому что они все используют такие цвета, знаете, желтый, но пастельно-желтый. И вот этот желтый отдает именно в пастельный цвет. Эта кисточка мне сейчас глаза выколет. Нет, кисточкам дизлайк, ребят. Ай, я возьму свои. Не поймите меня неправильно, но я реально хочу остаться с глазами. Желтенький цвет у нас на месте. Может быть, вам не особо видно, но я вам поближе лицо сделаю. Сейчас я хочу сделать переход в голубенький. Я видела такие макияжи. Яжики, знаете, может быть, получится какая-то грязь. Блин, но он красивый. Это не пигментированный оттенок, но мне нравится, какой пастельный получается цвет. Даже тушуется норм. Что это такое? Что мы нашли за такие деньги? Я сделаю переход в три цвета. Так, желтый, голубой и последний будет, я думаю, розовенький такой. Оп, розовенький цвет. Да он даже яркий. Он, вот этот цвет даже не пастельный. Это что? Нет. Палетка 150 рублей. Какие 150 рублей? Ты что делаешь? Ну, смотрите, цвета не насыщенные, да? Не супер яркий, конечно, а если использовать подложку, они будут поярче. Но за свои деньги эта палетка отработала все. Мое мнение такое. Ну, вы посмотрите. Эти цвета, они реально прикольные. И они не выходят в какую-то грязь или выходят, не знаю. Короче, палетка огонь. Ну, реально.
Мне очень нравится. И эти цвета, знаете, подходят к моей радуге волосам. Так, ну а если мы уже перешли к глазам, то у меня специально для этого есть два наборчика. Первый фломастер 90 рублей, а это набор из подводки и, я так понимаю, карандаша. Все, это мне обошлось 136 рублей, то есть 90-136 рублей. Ладно, оставлю это на обзор для шортов. И здесь у нас будет вот такая подводка с 90 рублей, и я похожую, мне, по-моему, уже присылали. По-моему, это было в видосе. Подписчики заказывают мне это, и мне кажется, вот такая подводка там была. Потому что, с одной стороны, здесь просто подводка. С другой стороны, здесь такой лайфхакер для стрелочек. Ты его ставишь, и получается вот такое типа, направление стрелочки. Зададим направление нашей стрелки. Как-то странно получилось. Подержу подольше. Ладно, это совершенно не рабочий лайфхак, конечно. Нормально, ничего не отпечаталось в итоге. Нарисуем самой подводочку. Тут у нас фломастер. Я уже за последнее время научилась рисовать всеми подводками, которые возможны. После всех обзоров всего. Она немножечко подсохла, но... Ну да, немножко сложно рисовать подсохшей подводкой, потому что я пытаюсь прорисовать кончик, а у меня не прорисовывается, у меня стрелка становится все больше и больше. Нет, я, к сожалению, ей ничего не нарисую. Кончик просто отказывается рисовать. А, к сожалению, подводка засохла. 90 рублей, ну ладно. Она была новая, я доставала ее из коробки. Ладно, тогда сейчас немножко закончу макияж глаз и продолжим. Ну что ж, макияж глаз я закончила, погнали распаковочку дальше. А дальше у нас вот такая штуковина. Та-дам! Ну, выглядит прикольно и необычно, да? Тут типа конструктор. А ожерелье стоило 117 рублей. Вот с такими вот разноцветными конструкторами. Смотрите, тут реальные конструкторы. Цепочка шуршит. Ну, как вам? Вроде какой-то необычный аксессуар, может, просто не сюда? Не знаю. Нет, выглядит все-таки странно. Пишите в комментариях, как это, кринж, норм или типа хайп. Пришло качественное, все на месте. Цепочка, кстати, толстенькая. Вот эти сами приятные, тоже из такого плотного пластика. Ставлю лайк. Это просто милота, я очень долго это ждала. Это стоило 150 рублей. И это вот такие вот. Ой, тут еще маленький пакетичко. Чик, господи. Чук. Вот такие вот заколочки в виде двух красивых бантиков. Мне почему-то казалось, что они как будто больше. А, так они потому что на фотографии на детских ручках. А я-то думала, что типа они на ладошке, и они типа будут большие, а они-то маленькие вон какие. Нет, ну это, конечно, милота. Типа вот так. Оп. Вот такие вот бантики, как вам, напишите, пожалуйста. Материал здесь, конечно, не супер какой-то прям плотный такой, ну, знаете, я даже не знаю, что это за материал. Но бантик сделан хорошо. Сам по себе выглядит тоже бантик красиво, но он оказался меньше, чем я ожидала. Ставлю, короче, лайк. Это кое-что интересное. 147 рублей, но вы должны посмотреть, как это выглядит. Та-дам! Это прям хорошие, красивые, очень сережки, какие-то необычные за 150 рублей. Немножко погнутые, но ладно, одна погнутая. Небольшая проблемка, что, смотрите, крепление. От одного крепления отвалилась вот эта вот беленькая штучка, а на втором она как бы присутствует. Сережки разваливаются у меня в руках. Я думала, что это будет отличная находка за 150 рублей, но оказалось, что не так. Все мы в этом мире разочаровываемся. Девочки, ну мне кажется, это просто огонь. Очень красиво. Мне очень нравятся висюльчики, я прям обожаю. Единственное, что сережки очень тяжелые, прям очень, ну очень красивые, мне очень нравится. Но как красиво оно хочет отвалиться, посмотрите, блин, я их только на видосы смогу надевать, просто только на видосы. Вот эта бабочка, она прям очень толстая, она прям очень тяжелая. Ё-моё, подождите, тут нужно включиться вот так. Что это такое? Я в них влюбилась. Не зря я шерстила весь Wildberries. Как можно быть такими красивыми? А! Несправедливо. Следующая находка тоже для волос. Я не знаю, надо как-то, знаете, в перемешку было делать, чтобы было интереснее. Это крабик 94 рубля. Вот такой вот крабик в виде полумесяца. Такого типа жемчужного оттеночка. И я вообще не умею пользоваться крабиком. Это мой первый крабик и... Да, блин, я не знаю, как пользоваться крабиком, простите, ребят. Как им пользоваться? Я сделаю, как я могу. Вы, главное, посмотрите, как выглядит. Может, кто-то из вас умеет пользоваться крабиком, и для вас это будет находочка. Сзади видно? Красивый крабик? Так, я это потом только на видео вижу. Он достаточно плотненький, он хорошенький, не сломанный, красивый, в виде полумесяца. Ой, я еще что забыла, смотрите, у нас есть еще одни очки. Очечи, та-дам, 153 рубля. Единственное, что мне пришел другой цвет. Я заказывала
розовые, а это, видите, фиолетово-черные. И сами очки тоже такие, знаете, прикольные, такой тоже Y2K. Они у меня, кстати, на обложке. Да, я их уже до этого распаковывала. На обложке, я имею в виду на обложке моего трека вот такие очки. Здравствуйте. Вот так, если высунуть руку, если бы у меня вот загар посуда был вообще. Едем, едем, соседнее село. А вот так ты такой Y2K. Ну, понимаете, да, вайп этих очков это такой. Итак, последнее, что я сегодня буду обозревать, это бальзам. Я очень много раз видела его в ТикТоке, он выглядит как вот такой вот сок. Стоил он 78 рублей и приходит один цвет на выбор. Я не понимаю, почему здесь нет упаковки, да? Нет, мне же не так пришло, нет, даже, значит была какая-то упаковка, я просто ее выкинула. Пахнет карамелькой, очень вкусно. Я реально его не использовала, вот, я ждала момента, когда открою, я очень давно его заказала. И, а он приятный. Он реально, он очень гладенький, пахнет вкусненько. Блин, за 78 рублей это вещь, правда. Во-первых, это красивый, похожий на сок, я такой люблю. Во-вторых, ну он приятный, он очень приятный, он очень гладкий, и он вкусно пахнет. И у меня еще есть разные товары за 100 рублей, поэтому обязательно ставь лайк, давайте наберем под этим видео 5000 лайков, и я снимаю вторую часть товаров за 100 рублей с Wildberries, которые я нашла, потому что очень много всего интересного, очень много чего хочется затестить, знаете, например, вот эти находки типа палетки и сережек, ну, муах. Короче, прикольных находок было сегодня много, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Смотри мое предыдущее видео, где я заказала 100 бомбочек, но это разрыв, это вообще очень крутой видос. Я там распаковываю их, говорю свое мнение. Ну и не забудь подписаться на канал, поставить лайк и пока-пока!